Лаборатория. У большинства медицинских центров Ковала есть своя лаборатория. По будням обслуживание в лаборатории происходит по номеркам. По предъявляемой карточке КЕЛА персонал лаборатории получает сведения, какие анализы необходимо произвести. Врач или медсестра, предписывающая во время приема анализы, расскажет, что нужно сделать предварительно для сдачи анализов. Так, например, перед сдачей некоторых анализов вам нельзя ни есть, ни пить с вечера, предшествующего сдаче анализов. Некоторые рекомендации касаются того, что не следует мочиться за определенное время до анализа. Как подготовить материалы для анализов дома, расскажет вам врач или сестра, которые запросили результаты анализа. Подготовки материалов для анализов может также рассказать персонал лаборатории, выдающий баночки для анализов. Медики также вам сообщат, как вы можете получить результаты анализов. Результаты сообщаются по телефону письменно или на следующем приеме. Часы работы лаборатории при вашем медицинском центре на интернет-странице города Ковала. www.ковала.фи/тервиуспалвелу